В феврале в Новочебоксарске оперативники накрыли склад с контрафактным алкоголем. Поддельный алкоголь, поставляемый из Москвы, расходился по теневым каналам и, судя по всему, приносил неплохой доход. Элитную водку, коньяк и виски отдавали, можно сказать, даром – от 60 до 75 рублей за бутылку. Никаких документов и лицензий продавцы предъявить не смогли. Всего по месту жительства и в гаражах бизнесменов было изъято 150 ящиков алкоголя. На территории города Новочебоксарска действует 240 организаций, занимающихся реализацией алкогольной продукции. В том числе одна оптовая организация, 69 питейных заведений. Работа по пресечению реализации алкогольной продукции, не соответствующей качеству, является приоритетной. В 2014 году работа по проверке указанных предприятий осуществлялась на постоянной основе. В том числе были проведены 4 проверки с привлечением специалистов госалкогольрегулирования Минэкономразвития Чувашской Республики. В настоящее время предприятий, занимающихся торговлей алкогольной продукцией, становится больше. В связи с тем, работа в данной сфере имеет социальную значимость. Отдел экономической безопасности в этом направлении будет продолжать работу на постоянной основе. Работа в указанной сфере строится по двум основным направлениям. Это реализация алкогольной продукции, опасной для жизни и здоровья потребителей. И второе – это пресечение реализации алкогольной продукции с поддельными акцизными марками.